Белые снеги, как по нитке скользя, жить и жить бы на свете, но ведь вечно нельзя. Идут белые снеги, и я тоже уйду. Не печалюсь о смерти, и бессмертия не жду. Этому моменту в истории нашей страны созвучна и сегодня эта песня. Это знаете, как называется? Это называется «Всепоколенийное слияние». Вот один гениальный поэт написал эту песню, другой гениальный композитор написал к ней музыку и исполнил ее. И вот сегодня именно с нее мы начали нашу церемонию памяти Вадима Алексеевича Козина, нашего знаменитого российского певца и нашего знаменитого земляка. Вам слово, Евгений. Стараюсь, как появляется возможность, если я в Магадане, обязательно принимаю участие во всех мероприятиях, связанных с памятью Вадима Алексеевича Козина. Я имел удовольствие при жизни с Вадимом Алексеевичем общаться, я об этом много рассказывал вам, сейчас не буду повторяться. Вадим Алексеевич – великий человек для Магадана. Мы будем всегда бережно хранить память о нем, заниматься исследованиями его творчества. Это действительно воспевание нашей колымской природы, людей этого края, воспевание тех чувств, которые это... Человек может не выразить это чувство, а за него это сделал и певец, и композитор, а иногда и поэт, автор своих собственных песен. Вот, вот это первый вклад действительно в краеведческую песенную, такую огромную такую песенную массу, которая есть о нашем городе и в нашем крае. Ну а второе, конечно, это, безусловно, это те романсы, которые Вадим Алексеевич исполнил. Это классика, это такие самые яркие, самые звучные, самые известные русские романсы в его исполнении. Это сохранение тех традиций, которые были при исполнении их в дореволюционной России. Я думаю, грешный, ну а кем же ты был? Что ты в жизни поспешный больше жизни любил? А любил я Россию всею кровью, хребтом. Ее реки в разливе и зимой подо льдом. Часто было не сладко, я не шибко тужил. Пусть я прожил нескладно, для России я жил. Пусть она позабудет про меня без труда. Только пусть она будет во веках навсегда.